побиты. Лишь за один выходной в крае произошло 300 пожаров. Отличники есть. Сколько пятерок получили барнаульцы за тотальные диктанты, кто оказался в числе лучших? Каяк-кросс в самом центре краевой столицы не мечта, реальность. Почему спортсмены решили сплавиться по Барнаулке? Вы смотрите наши новости, в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Сегодня это кажется уже нереальным, ведь на смену сухой погоде пришла снежная. Однако минувшие выходные побили рекорд этого года по числу пожаров. Только за одну субботу в регионе произошло почти 300 возгораний. И даже молитвы на специальном молебне священнослужители не помогли. В результате огневого наступления повсеместно выгорали трава и деревья в полях и лесосеках. Не обошлось без ущерба. К примеру, в поселке Лесной под Барнаулом огонь с полей перекинулся на дом. Здание серьезно пострадало. При этом дым поднимался не только с жилых территорий края. В Алтайском районе огонь шел по склонам холмов, отдаленных от каких-либо поселений. Кстати, из-за плохой видимости на трассах увеличилось число ДТП. По мнению сотрудников МЧС, причина почти каждого такого возгорания – весенний пал. Другими словами, человеческая неосторожность или хулиганство. Всего с начала периода на территории Алтайского края выявлено 512 возгораний в природной среде. Из них 158 были подтверждены как плановые отжиги, о проведении которых информация была заблаговременно направлена в Главное управление, и 354 пожара, то есть неконтролируемое горение сухой растительности. Напомним, что пожароопасный сезон в Алтайском крае введен 5 апреля. За это время в регионе ликвидировали 6 крупных лесных пожаров. Спасатели сообщают, что наибольшее число термоточек в последние дни находились в Первомайском и Павловском районах. Сегодня утром на Змеиногорском тракте в сторону центра Барнаула автомобилисты вновь передвигались со скоростью не выше 10-15 км в час. Причина – ремонтные работы, которые проводят здесь Барнаульский водоканал. Сейчас меняют трубы коллектора, переложат более 90 метров. Ранее были модернизированы другие участки этого коллектора. В 2017 году было переложено более 1,5 километра. Вот. На время производства работ ограничено движение на участке от 3 до 15 дома по Змеиногорскому тракту. Движение ограничено по одной крайне правой полосе по направлению движения в город. Из-за замены труб пришлось перекрыть более 100 метров дороги. Кстати, испытывать неудобства водителям придется еще 2 недели. Работа продолжится до 30 апреля. А пока, проезжая по этому участку, автовладельцы будут высказывать свои претензии довольно громко. Правда, услышать их могут лишь сами водители или их пассажиры. Кстати, на повышенных тонах прошла и первая встреча любителей зимнего плавания «Белые медведи» после скандала из-за строительных работ на Пионерском озере. Напомним, занятия моржей раньше проходили именно там, а теперь им придется сменить место базирования и тренировок. Почему министру спорта пришлось в резкой форме попросить знаменитого моржа Александра Зеленецкого покинуть встречу, знает Анастасия Драган, ей слово. Услышать друг друга даже за одним столом оказалось непросто. С одной стороны белые медведи, с другой владельцы земли, которые просят моржей съехать из застройки вокруг озера. Между взаимные претензии. Когда проблемы с взаимопониманием доросли до СМИ, Минспорта собрал экстренное совещание. Есть возможность того, что клуб «Белые медведи» там будет базироваться. А почему нет? То есть если они хотят взять одну комнату, мы им дадим аренду. Аренда. В рамках аренды. Да. Кто отказывается от этого? Конечно, сейчас вы, наверное, должны уточнить, сколько это будет для вас стоить. Наши члены клуба, вот природа и человек, они, значит, ограничивались. Карточка стоила 1000 рублей. На какой период? Это на год. Прорубь, пожалуйста. Прорубь, обогрев, пожалуйста. Обогрева перед... не было. Нет, там раздевалка. Да, раздевалка, но раздевалка. Сауны нет, да? Та, которая у них есть, это не раздевалка. Там нас не устраивает. Нет, у нас холодная. Белые медведи – это клуб марафонского зимнего плавания. Нам этого недостаточно. Прорубь и раздевалка, правильно? Вы пускаете их туда. Вам надо что еще? Баню. Баню. Прорубь занимается вот этот коллектив полностью. Покажите мне хоть одного человека, и вы не дайте соврать, кто из них помогал нам провести соревнования, когда надо было долбить прорубь. Вы все в стороне наблюдали и смотрели, что вы ничего не делаете, и над нами смеялись. О какой проруби может говорить речь? В лентяе натуральный в этом плане. Самым немногословным в этом разговоре оказался руководитель спортшколы на Грибном канале Юрий Морозов, который, скорее всего, примет под крыло громкую федерацию. Он повторил, нужны списки моржей, график тренировок и заезжайте. Вновь раскалил моржей вопрос единый для всех федераций.
нормально, я говорю, давайте общаться. Они выдвигают капитана команды, который не просыхает, который так нас опозорил. Сейчас вы выдвигаете его. Чекушкин. Последний держался. Все, коллеги, все, спасибо. Закончим. Все, Александр, спасибо. Без вас продолжим. Уже без главного марша Барнаула министр спорта попросил участников двух клубов договориться о единой федерации. Только тогда помощь министерства будет ощутимой. Чтобы была массовость, была нормальная рабочая абсолютно обстановка. Мы готовы еще больше помогать, но они должны выстраивать прежде всего в своем виде спорта нормальный диалог. По итогу встречи единственным вариантом для приезда белых медведей остается грибной канал. Кабинет для них уже готов. Анастасия Драган, Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Продолжим. Накануне грандиозной городской уборки в парке «Юбилейный» прошел субботник, в котором приняли участие порядка 40 волонтеров. Вместе с депутатом Краевого законодательного собрания Анатолием Суворовым они привели в порядок часть огромной территории парка, который после зимы в этом очень нуждался. Более 200 мешков мусора – таков урожай волонтеров, которые решили поучаствовать в месячнике санитарной очистки. Убирали все, что появилось в парковых зарослях после того, как растаял снег. Чтобы выбрать место, которое больше других нуждалось в уборке, обратились к депутату своего округа. Он и предложил обратить внимание на входную часть «Юбилейного», обеспечив работников инвентарем. Решили вот здесь убрать поросли, собрать листву и провести такую акцию. Побелить вход, чтобы он как бы обозначился. Кроме того, волонтеры установили в парке несколько скворечников. Участники акции уверены, это важный шаг к возрождению одного из самых крупных барнаульских парков. Ну, не только уборкой занимались выходные жители Барнаула, они еще и проверяли свои знания по русскому языку, писали диктант. В очередной раз к акции «Тотальный диктант» присоединился и Алтайский край. Только в краевой столице его написали около 1000 человек, среди них и осужденные, которые впервые в этом году решили проверить свою грамотность. Подробности у Валентины Аскеровой. Впервые «Тотальный диктант» написали 15 лет назад. Тогда желающих проверить свою грамотность было мало. Но спустя каких-то пару лет акция завоевала весь мир. В этом году к ней присоединилось почти 80 стран. Только в Барнауле было задействовано 17 площадок. Одна из них – за колючей проволокой. Ко всероссийской акции присоединились 25 осужденных. Среди них есть те, кому 18, и те, кому 50. Но всех их объединяет одно. Они первый раз взяли ручки, чтобы написать «Тотальный диктант». Заключенные исправительной колонии номер один волнуются, как школьники. Двойка в журнал им, конечно, не грозит, но ударить в грязь лицом не хочется никому. Троечки мне достаточно было бы. Ну, диктант сложный, очень сложный. Со знаками препинания есть проблемы. Там наугад не... А как? Где-то наугады приходится, конечно. Применять знания, а не расставлять знаки препинания на удачу. Именно этому учат заключенных педагоги. Кстати, в распоряжении осужденных книги, учебники и время, которые они тратят не впустую. В колонии есть люди, у которых стопроцентная грамотность, и они хотят ею похвастаться, говорит педагог Елена Пузырная. Нет ничего из того в данных диктантах, что не проходили бы ученики в школе. Поэтому вот посещение школьных уроков русского языка, уроков литературы, ну, способствует тому, чтобы хорошо подготовиться к диктанту. А это Ранхикс. Президентская академия народного хозяйства была выбрана площадка номер один для написания «Тотального диктанта». Проверить свою грамотность пришли около 100 человек. Здесь и дети, и люди солидного возраста. Перед диктантом развлекательное видео, скажем так, чтобы разрядить обстановку. Мы планируем зарегистрировать всех грамотных людей России при помощи «Тотального диктанта». После этого эти люди автоматически получат статус памятника культуры. В этом году автором «Тотального диктанта» стал известный писатель Павел Басинский. В Барнаул сам автор, конечно, не приехал, но его текст читали не менее знаменитые люди. В Ранхиксе это учитель года Алтая 2002 года Галина Синицына. Текст диктанта довольно сложный, как и всегда, признаются филологи. Но попробовать свои силы стоит каждому, причем можно даже без подготовки. Материалов огромное количество. Можно готовиться, можно просто прийти с чистого листа и, что называется, по остаточным знаниям проверить свой уровень грамотности. Работы барнаульцев уже оценили. Из 1000 участников пятерка лишь у семерых. В список отличников попал и 25-летний осужденный исправительной колонии номер один. Его ждет сюрприз. Какой пока секрет. Без подарка не останутся и другие отличники. Их ждет пицца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.
В минувшие выходные обычно спокойные воды реки Барнаулки в буквальном смысле бурлили от спортивных страстей. Здесь прошли первые в истории краевой столицы соревнования по каяк-кроссу. 11 участников из Бийска и Барнаула на специальных пластиковых лодках состязались в скорости и умении обходить препятствия. Почему любители экстремального водного спорта выбрали для соревнований совсем не спортивную Барнаулку, знает Илья Кочетков. Участники проходят ворота. Они привыкли нырять в чистые горные реки, когда вокруг скалы и дикая природа. Но в этот раз место действия небольшое, около 200 метров, участок нижнего течения Барнаулки. Но даже здесь, говорят сами спортсмены, впечатлений можно получить море. Это жестко было, вообще жестко. Каякинг – спорт относительно молодой. В Россию и на Алтай он массово пришел еще позже, в конце 20 века. Но в основе, как рассказывают сами участники, древние северные традиции. Каякинг – это зародился у эскимосов. Маленькие маневренные суда, на которых можно сплавляться и возвращаться в исходное положение вверх головой, без выхода из лодки. Но веселый народ, как говорится, каякеры, они придумали себе такие развлечения. Современные каяки не те, что были у эскимосов. Они легкие, обтекаемые и, главное, прочные. И именно такие лучше всего подходят для спортивных состязаний. Сначала проходит квалификация, потом составляются пары, то есть каяки стартуют попарно на выбывание. Кто вперед пришел, тот проходит следующий круг. И так до финала. Естественно, кто самый быстрый оказался, самый опытный, тот и остается победителем. В отличие от обычных людей, спортсмены-водники надеялись на первую волну паводка. Тогда сегодня вода была бы метра на полтора выше, и течение было бы намного более бурным. Но при желании, как мы видим, можно и тихую речку Барнаулку превратить в спортивный объект. Обычно соревнования по техникам водного туризма проходят на Барнаулке выше по течению. На этот раз организаторы провели каяк-кросс в самом центре города. Объясняют, так хотели привлечь внимание людей к этому увлекательному виду спорта. А еще обратить внимание на то, насколько загрязнена река, давшая имя краевой столице. Параллельно с соревнованиями здесь прошли акции по сбору прибрежного мусора. В горную речку от этого Барнаулка, конечно, не превратилась, но немного чище все же стало. Илья Кочетков, Александр Антропов, «Наши новости». Премьера скоро. В этом сезоне театральный проект «Большая сцена» от журнала «Автограф» окажет благотворительную помощь детской театральной студии, в которой занимаются ребята с синдромом Дауна. Далее подробнее. Речевой театр для солнечных детей в Барнауле существует почти 5 лет. Сегодня в нем занимается больше 10 ребятишек разного возраста. Здесь они учатся правильной артикуляции, умению держать себя на сцене и проживать эмоции своих героев. Но каждый урок для них – настоящее преодоление себя. Все дети абсолютно разные, и, конечно, у них у каждого вот есть определенный порог, да, поэтому наши занятия, они там длятся не больше 40-45 минут. Мы обязательно повторяем каждый раз вот ту нашу программу, которую мы готовим. Мы над этой программой работаем в течение года. Это единственный в городе подобный кружок и одна из немногих возможностей для социализации детей с синдромом Дауна. У каждого воспитанника есть свои большие и маленькие победы. Они выступают на разных мероприятиях, которые проводит краевая библиотека. В планах поставить настоящий спектакль. Но ни костюмов, ни декораций для этого у студии нет. Мечты должны сбываться, уверены в редакции журнала «Автограф», который в этом году проводит юбилейный 5-й по счету сезон театрального проекта «Большая сцена». По традиции 100 рублей с каждого проданного на премьерный спектакль билета идут на благотворительность. В этом году мы решили, что это будет детская театральная студия, в которой занимаются дети с особенностями развития. Нас очень радует то, что это нужно не только нам, организаторам, но и нашим участникам, которые принимают участие в нашем проекте. Многие из них участвуют в нем, зная, что они не просто это делают для себя, но они помогают действительно нуждающимся в этом людям. И это очень ценно, и мы их за это очень благодарим. Возможность помочь есть у каждого, нужно лишь купить билет и прийти на спектакль. Премьера состоится 18 апреля во Дворце культуры города Барнаула. Юлия Филатова, Андрей Печоркин. Наши новости. Ну а сегодня вся страна отмечает день рождения Аллы Пугачевой. Легендарной певице исполнилось 70. Оказалось, в Барнауле ее хиты по-прежнему знают и слушают. Причем даже молодые люди, мы решили спросить у горожан, какие песни Примадонны они любят больше всего.
О, я сегодня с утра вообще радио слушаю. Как я ее люблю. Вообще у меня даже гороскоп, я как Алла Пугачева, все сходится. Ты моя любовь последняя. Старинные часы еще идут. Старинные часы, свидетели и судьи. Когда ты дом входил, они слагали гимн. Звоня тебе во все колокола. Она много песен поет, они все классные. Мы все ее песни любим, в общем. Все слушаем. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Появление цветов на городских улицах придется еще подождать. Весна временно сдала свои позиции. До пятницы, как уверяют синоптики на Алтае, продлится противостояние времен года. Сегодня пользователи соцсетей делятся фотографиями снежного покрова, от которого быстро успели отвыкнуть. Вторник и среду синоптики обещают без осадков, но воскресного тепла не будет. А вот в четверг зима вновь постарается взять первенство. Мокрый снег и около ноля днем. Дальше, как у Тютчева, весне и горе мало. В пятницу в край вернется тепло. Последние 10 апрельских дней обещают быть по-настоящему весенними. Местами по краю температура воздуха будет повышаться до плюс 20. Ну а сейчас подробнее о том, какой погода будет в ближайшее время. Спонсор прогноза «Банк Восточный». Чтобы дачу сделать сказкой, оформите карту «Банка Восточный». 0% на 90 дней. Приходите 17 и 18 апреля в «Банк Восточный». На большей территории края пасмурно и прохладно. В Белокурихе около 0, в Бийске 1 градус со знаком «плюс». В Рудцовске до 7, выше 0. В Барнауле ночью пасмурно до минус 1, днем ясно и до 6 тепла. А я напоминаю, телефон редакции 722-440. И у меня на этом все новости. До встречи.